Ташкент Индекс. Индустриальный экспортный центр. И вся стена усеяна растениями. Но растения не натуральные. Очень жаль. Я надеялся, что в Ташкенте такие стены могут быть из натуральных растений. Но даже в таком раскладе, как говорится, хозяйки на заметку. Смотрите, как могут быть оформлены стены. Особенно в тех городах, где зелени очень мало. Например, в большинстве российских городов. Это тоже все искусственное. То есть, что нам стоит сделать круглосуточную траву? Ничего. Тут уже все хорошо с плиткой, потому что это все-таки международный индекс. Какое-то большое здание советской постройки. Большая парковка к нему. Видимо, это все касается того самого индекса. Ну, а я иду дальше.